что? Расскажи, как прошли тренировки. Обалденно. Все хорошо. Дети молодцы. Самый главный приз, который сегодня. Бой. Вот это. Поэтому третье место у нас заняла Малахова Ксения. Ксюша. Держи тебе тот и котельный. Второе место заняла Трубачева Эвелина. Где она у нас? Так, и первое место, как вы думаете, кто занял? Леусова. Валерия, иди сюда. Так, приступаем. Рысь на корде. Ну, тут можно сказать ожидаемо. Я за вами наблюдал, когда меня не отвлекали. Поэтому у нас третье место заняла Катерюхина Ангелина. Второе место заняла у нас опять представительница прекрасного пола Рео Марина. И как вы думаете, кто первый у нас занял? Не угадайте. Павленко Екатерина. Поэтому третье место у нас на шагу занял. Ну, я его называю Данди. Пастухов Данил. Второе место у нас занял опять представитель мужского пола. Шалимов Рома. Я ожидал. Никогда не сдавайтесь, всегда идите вперед. А первое место заняла Соколова Яна. Молодец, Яна.